тегенде бургы йыпты. Утта МЧС-лар дежурикте. Уфадан келгендер МЧС-лар Ишбулектен. Корой 150, КАЗ-700 кишилерди эвакуируп иттилер. Молларын, үйлерин Булат Имашев урамында кишилерди 11 киши. Играючи паводки могут не просто дорогу перелить, но и вовсе смыть. Досталось от жидкой стихии жителям нескольких поселков. Случались подтопления и в городах, и в пригородах. Всю неделю продолжались поиски главы крестьянского хозяйства. Его вместе с машиной вода унесла в прошлый четверг. Автомобиль нашли, и он был с открытыми окнами. Позже в реке обнаружили одежду. Шансов, что мужчина жив, уже практически нет, считают спасатели. Сезон паводков 2021 продолжается, поэтому еще только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный людям и дорожной сети Казахстана. Трагедия произошла неподалеку от села Бектау в Акмолинской области. Самосвал направлялся в песчаный карьер, но застрял на обочине. Когда его пытались вытащить бульдозером, грузовик опрокинулся на бок и потонул в грязи. Водитель погиб на месте. Дорогу, где произошла трагедия, размыло талыми водами. Однако за ее состояние, как оказалось, никто не отвечает. Кусок дороги, где произошел факт, это ни на чем балансе не состоит. Но, в принципе, дорога в исправленном состоянии, нормально. Погибшему Максату Даниярову было всего 27 лет. В соцсетях пишут, что на днях у него родилась двойня. Мужчина – уроженец Кызылординской области, но проживал в столице. Отвечать за его смерть, судя по всему, будет работодатель.